шанти-шантирев и костюм М21, размер 52, ростовка 1,88 м. Все хорошо по размеру, по ростовке, в общем-то, соответствует. Давайте пойдем, начиная с манжет. Во-первых, костюм весь на пуговицах, никаких молний, только хардкор, только проверенный, не шуршащее решение. Если расстегнуть, здесь вот так интересно сделан рукав, он становится поширше и дает нам некоторую дополнительную вентиляцию. Вот, хотя нет, извините, есть липучка, да. Сюда можно брать какую-нибудь мелочь, пропуск, например, на правой руке. На левой руке у нас она тоже есть, но шуршит, к сожалению. Так, на этом конец. Карманы. Крой здесь свободен, никаких там лишних резинок, ничего такого нет. Вот. Внутри есть кармашки небольшие, открытые. Так, боковые карманы. Сейчас пока все новое, не очень хорошо открывается, достаточно плотная ткань, 60% хлопка, 40% полиэстера. Мы спрашивали людей, которые пробегали не один год в этом костюме, говорят, то, что неплохо держит даже легкий дождь и работает в качестве микроволновки, скажем так, в жаркую погоду. То есть для солнца не очень, а вот для весенне-осенней погоды прям замечательно, согреетесь, относительно дышащая ткань, то есть не сопреть слишком сильно. Так, вот я смог закрыться. Верхний карман. Ну, мне не совсем нравится, как я его открываю, не очень удобно. Мне кажется, его открыть один раз, хранить там, ну, телефон, например, или сигарет, и не закрывать его вовсе. Так. Окей. Открыли. Неудобно. Неудобно его открывать. Так, карманы на этом заканчиваются. Переходим к штанам. У штанов есть боковые карманы, достаточно нормальные. Шлепка под ремень достаточно широкая, почти 3 пальца влазит. Боковые кармашки. Они нашиты, то есть они не обладают возможностью сильно оттопыриваться, поэтому они будут не слишком большие. Но объем, в общем-то, достаточный для переноса кошелька, компаса, не знаю, какого-нибудь навигационного устройства. На заднице есть один карман. На пуговицах снова. Что такое? Все на пуговицах. Вот вам несовременная тактическая одежда, где молнии, липучки, велкро, петельки, все, что хочешь. Вот. Так, ну, в принципе, мне достаточно комфортно, и по длине здесь все нормально. Снизу могли бы быть утяжки. Жалко, их нет. Было бы неплохое дополнение. И по поводу того, как он застегивается. Застегивается он на пуговицах. Опять же, первый раз делается долго. Вот такая вот система. Это, конечно, не горный костюм. Вот в Союз спецоснащения, где на застегивание вообще можно собаку съесть. Но все-таки требует некоторой сноровки. Так. Надо сказать то, что это один из самых покупаемых костюмов. М1, М21. Берут чаще всех остальных. Видимо, людям нравится. Я думаю, что неплохое решение для охоты, рыбалки или каких-то не очень больших вылазок в лес, страйкбол, пейнтбол и все такие прочие вещи. Пишите сценарий вашего использования снизу на YouTube, оставляйте заметку как можно лучше на природе. Если было полезно, ставьте лайки и все.